С июня по август в рамках проекта «Читальный зал» каждый четверг библиотекари города организуют для детей досуг с пользой, тематические игровые программы, посвященные любимым героям книг и их авторам. У нас в библиотеке работает музей книги. И сегодня мы представляем программу, созданную по книгам из этого музея. Это и дореволюционные издания, и издания первых лет советской власти, и современные издания. «Юности честное зерцало» – это одна из первых книг, с которой познакомились ребята в рамках встречи «Приключения в стране чтения». Литературный сборник для детей был издан по приказу Петра I и состоит из двух частей – букваря и наставления. Вторая книга, о которой рассказали юным читателям – «Волшебные сказки» Шарля Перро. У нас есть замечательное, восхитительное издание «Волшебных сказок Шарля Перро» 1867 года издания и с иллюстрациями Гюстава Доре. Третьей и самой познавательной, по мнению ребят, стала книга «Мена». Участникам читального зала предстояло не просто прочитать сказку, а попробовать обыграть ее по ролям. Сказка была про старика, который обменивал все свои вещи, которые ему дарили люди. Но мораль заключалась в том, что все вещи нельзя променивать, так как некоторые из них имеют большую ценность, и чтобы их разменять, нужно сначала задуматься, а потом уже отдать. Также на встрече ребята играли в настольные и подвижные игры, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины и складывали пазлы на скорость. Следующая встреча пройдет 27 июня в 16:00. Сотрудники библиотеки познакомят ребят с произведениями Ивана Крылова. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.